А тут Олег Алексеевич заманывает. Что? Муса там лежит, да? Уговаривает. Веточку шелковицы. Обрезка деревьев. И вон сколько у нас вкусных. Нет. Магда. Лина, Магда. Да, иди, тебе дадут веточку. Кто это, Ангелина? Давай веточку. На, кушать, кори. Слон? На, Маргус. Слон? Иди сюда. Ай, мам. Так, не хотят. В этом вся Магда. Ай, Магда, ай, Магда. Ай. Слушай, я еще куплю тоже. Аб. Одну вывод и еще ждет. Ангелина. Магда! Думаю, таким листочком Магда не наест. А вот такой веточкой очень даже... Ногой наступает. Ногой, раз. Ага. Давай мне эти ветки большие. Все идет в ход. Это очень маленький листочек, Ангелина. Вон, смотри, дядя Олег, сколько ей дает. Да. Еще, скажи, неси. Мне кажется, она не в виде поесть, а в виде букет собрать. Забрала. Сейчас будет пинок плести. Да, кушать будет, да? Вон сколько ей накидали. А это мы, Ангелина, с собой возьмем, да? Вот эти такие сочные. Набрала полный рот. Ангелина уже взяла побольше. Магда! Слон, все забрал. Ой. Собирай. Держи. Поехали. Лапушкина еще покормим. Ангелюша, смотри, какие у нас ветки. Да.